Иван, ну давайте начнем про посещаемость тренировки. Насколько неожиданно видеть такое количество людей на тренировке в преддверии товарищеской игры? Ну, почему всегда приятно, наверное, на сборную хотят посмотреть, как она выглядит. Приятно, там дети приехали, сфоткались, для них, наверное, большая радость, поэтому всегда готовы оказать помощь. Какие мысли перед Ираном, потому что, наконец-то, довольно-таки сильный соперник, возможность проверить себя на фоне действительно классной команды? Ну, мысли положительные, пока готовимся к игре, все в плановом режиме, поэтому готовимся выходить на поле, выигрывать. Ну, Иран воспринимается как-то по-особенному, в отличие от предыдущих товарищеских матчей и тех команд? Ну, это игра с более серьезным соперником, интересная получится, я думаю. Поэтому надо выходить и выигрывать все. Ну, а внутренняя мотивация выше, чем перед Узбекистаном, Таджикистаном, Киргизией? Ну, меня там не было в сборной, поэтому не знаю, какая была мотивация у ребят. Сейчас она хорошая, все с желанием приехали показать себя и выигрывать. Ваня, можешь рассказать, пожалуйста, о эмоциях по приезду в сборную, особенно после победы над «Зенитом» в чемпионате? Воспитанником которого, ну, потому что ты прошел в школу возле Шора, «Зенита». Угу. Какие эмоции это все в совокупности вызвало? Ну, всегда приятные эмоции. С, так сказать, победным настроением приехал в сборную. Тут, в принципе, многих знаю, поэтому так не тяжело было. Все отлично. Как ты с ребятами «Зенита» обсуждали победу? Да не, не особо, так ничего такого, тут немного ребят, но мы с ними хорошо общаемся, поэтому нормально, там никаких подколов не было. Еще такой вопрос про сборную, про давление. Сейчас чувствуется давление в преддверии товарищеского матча? Или все-таки более расслабленно? Да, я думаю, никогда на игру там расслабленно ты не выходишь, ты все равно по сути своей там выходишь всегда побеждать, и тем более ты защищаешь свою страну, наверное, мотивация еще больше выигрывать и не подводить не только себя, там, своих близких, родных, но и всю страну, всех, кто за нас болеет. Ну и да, я больше не про настрой, про игру, а про как бы внутренние ощущения. Чувствуется же, когда есть давление там, в преддверии официального матча и товарищеского. Вот сейчас как? Ну, давление обычно для меня там не важно, какая игра, главное выходить, показывать свой уровень и... Спасибо.